Всем привет! С вами канал Art Mania, и сегодня у нас с вами топ-10 роскошных платьев для маленьких принцесс из интернет-магазина Valveris. Итак, смотрите, первая принцесса-единорожка. Посмотрите, какое роскошное платье, пышное, красивое, сразу несколько цветов, нежное такое. Вспомните наши советские времена. Хоть и были красивые платья у наших дочек, девочек, но все равно это было другое. А именно сейчас, в конце 2020 года, посмотрите, какие красивые появились платья. Очень красивая, очень нежная. Следующее наше платье тоже единорожка, тоже нежно-розовое, желтенькое, очень красивое. Посмотрите, какое оно пышное. А как красиво смотрится на девочке. Какие прекрасные получаются фотографии даже со спины. Очень нежное платье. Казалось бы, вроде оно обыкновенное, но такое нежное-нежное и красивое. Платье Молли. Посмотрите, уже коротенькая юбочка, но пышное-пышное, розовенькое, нежное. А как оно прекрасно смотрится на девочке. Очень красиво. Казалось бы, ничего особенного, но смотрится шикарно. И есть в другом цвете. Посмотрите, как это мило смотрится. Такой цвет какой-то морской, море. Все ссылочки будут в описании. А это платье, посмотрите, с маленькими бантиками даже, или как-то это, такими, и на голове бант, как красиво, как маленькие пионы. Даже сидя в кресле, получается прекрасная фотография. Следующее платье у нас с вами с шлейфом. Нарядное, праздничное, красивое. Посмотрите, сколько здесь цветов. И фиолетовый, и нежно-фиолетовый, и даже морской. И как это красиво смотрится. Прекрасные фотографии получаются. Также есть еще розово-красным оттенки, коричневые и черные туфельки, шикарно смотрится. И даже такое восхитительно смотрится. Платье Элиза. Посмотрите, какие у нее сзади длинные, как будто крылья какие-то за ней, как стрекоза. Казалось бы, простое платье, но именно вот эта длинная ткань, которая сзади находится, как раз-таки все и улучшает.
праздничное платье, пышное, со шлейфом. Посмотрите, оно смотрится, как свадебное, сзади очень красивое. Белое. Очень красиво получаются фотографии. Жаль, что в моем детстве не было таких платьев. Также они бывают разных цветов. Нежно-розовое тоже смотрится классно. Сзади сердечком. И даже голубеньком. Такие фотографии прекрасные и счастливые дети. В красивых платьях на них. Платье-рубашка с сеткой с птицами. Посмотрите, казалось бы, просто обычная рубашечка. Но нет же, платье. И насколько оно красивое. Посмотрите. Вроде бы все простенько, но красиво. Так вот если одежда висит в магазине, может быть, даже пройдешь мимо. А когда увидишь, как это выглядит, то так нежно и в то же время строго, но очень красиво. Платье Париж со шлейфом. Черное платье, очень красивое. С черными туфлями. На ребенке оно смотрится просто шикарно. Здесь у нас получается пышная юбка, вроде как платье, но все равно посмотрите, как это классно. Какая-то кофта с капюшоном, сзади это смотрится прекрасно и сбоку. Что-то такое нестандартное, необычное, капюшон и платье, вроде бы казалось несочетаемое, но это красиво, согласитесь? Напишите в комментариях, как думаете вы. Самое главное, ребенку нравится. Счастье.
платье с перьями, маник. Здесь уже для более взрослой девочки. Но тоже роскошно смотрится, красиво. Платье Скарлетт 2. Здесь уже синее такое платье, красивое, тоже со шлейфом. Сзади пониже, спереди повыше, как сейчас модно в 2020 году. И надеюсь, что она останется на несколько лет еще вперед. Но это смотрится шикарно, мне нравится. На сегодня это все. Мы с вами заканчиваем именно этим платьицем необыкновенным. И напишите в комментариях, какое платье понравилось вам. Обязательно напишите. Смотрите также другие ролики на моем канале, влоги, живопись, кулинария, обзоры на технику, на продукты. Обязательно подписывайтесь колокольчиком, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был канал Артмания. Всем пока-пока!